Сергій, от якраз таки ми уважно стежимо за тим, що відбувається в Дагестані. Вже декілька днів там не вщухають протести. У той час Путін, з'явилася інформація, що Путін наказав Кадирову їх придушити. Чи вийде це у нього? Чи все-таки, ну, гаряча кров врешті в цих народів? Чи вийде ось їх придушити так, як це відбувається в Москві, в Пітері, в тому самому? Що там просто розігнали, покрутили і все. Люди все менше і менше виходять на акції протесту. Ну, в взятом регионе придушить получится. Если речь идет только о Дагестане, если туда стянуть вот кадыровских обреков, там Росгвардию из каких-нибудь близлежащих регионов, если подавлять протесты там со звериной жестокостью, да, получится, я думаю, что да. Если начнет полыхать уже в других местах, то в какой-то момент у них просто не хватит сил, я полагаю, давить протесты. Проблема в том, что пока в других местах, как мы видим, ничего там особо не полыхает. Народ идет на мобилизацию, так вот, понурив головы, но идут. Вот. И поэтому надо посмотреть за ситуацией, в общем. Ну, дагестанцы, да, такой народ горячий. Я там бывал когда-то в командировках. Они такие ребята свободолюбивые очень. Потом не надо же забывать, что, насколько я понимаю, среди вот этих всяких национальных республик у Дагестана самые большие потери на этой войне. Поэтому посмотрим. Пока не знаю. Еще раз говорю, если в отдельно взятом регионе, могут задавить, да. Пане Сергію, з'явився також вчора в мережі документ, що нібито в Дагестані скасували наказ на мобілізацію. Таку інформацію розповсюджують рашистські пабліки. Якщо дане повідомлення, воно достовірне, чого можна надалі очікувати? І чи цей наказ, він назавжди скасований, чи все ж таки на якийсь період для того, щоб люди заспокоїлися і не виходили на ось ці протести, які ми бачимо зараз? Ну, нужно подождать, да, неких официальных подтверждений. Там, кстати, глава Дагестана сказал о том, что все эти протесты, значит, направляются из-за рубежа. У них вот 7 бед, один ответ. Везде там мировая закулиса виднеется, понимаешь, хоть ты третий. Хоть что бы там ни происходило в диапазоне от лесных пожаров до массовых протестов, это все, значит, вот или англичане, или американцы, или кто-нибудь. Поэтому сейчас они будут делать все, что угодно, там, прекращать мобилизацию, там, не знаю, даже могут кого-нибудь с фронта вернуть, только чтобы вот задавить протесты, чтобы они утихли. Потому что это такое дело очень, как сказать, взрывоопасное и может вызвать цепную реакцию, во всяком случае, там, близлежащих республик. Поэтому подождем официального подтверждения, посмотрим, но еще раз говорю, они сейчас будут делать все, что угодно, там хоть деньги с вертолетов разбрасывать, только чтобы там это дело успокоилось. Сергій, ось хочеться ще загально так із вами поговорити з приводу цих протестів, тому що ми неодноразово говорили про те, що так, протести, якщо вони будуть мати якусь цю ланцюгову реакцію, набудуть поширення, то це стане кінцем путінського режиму. Утім, як саме це може повпливати? Невже ось через масовість Путін просто щось зрозуміє і скаже такий, ну все, я бачу, ви не задоволені, я піду. Але такого ж не буде. Нет, конечно. Нет, он уйдет оттуда только вперед ногами. Только так вообще. Это даже вот без вариантов совершенно. То есть там какие бы протесты ни приключились, там и какие бы, я не знаю, там лозунги бы на них не выдвигали, и что бы там ни происходило, он сам оттуда уже не уйдет. Для него же это вопрос физического выживания, это же очевидно. Поэтому я не знаю, что должно случиться, чтобы он перестал быть президентом Российской Федерации. Вот самый, конечно, такой вот идеальный вариант – это шарф или табакерка, но тоже там что-то пока нет желающих, насколько я понимаю. Пане Сергію, тут вот я… Да. Так, ми бачимо, що основною рисою малочисельних російських протестів, якщо не говорити за те, що ми бачимо в Дагестані, це є виступ проти, не проти війни, а проти персональної участі у війні. От якщо ця зміна сприйняття, вона відбудеться, і то чи можемо тоді говорити про якісь внутрішні дестабілізаційні фактори, які не дадуть Путіну реалізувати свої якісь певні сценарії? Вы имеете в виду, если протесты начнутся против войны, а не против мобилизации? Так, якщо ці протести будуть не проти того, щоб їх забирали на війну, тому що коли вже їх торкнулося, то тоді вони вже заговорили. А так
проти війни, ми бачимо тільки якісь певні мотиви і виголошування саме в Махачкалі, в Дагестані, але ніяк не в Санкт-Петербурзі, в Москві, в таких великих містах Росії. А я не вижу такого вот сценария, что начнутся массовые антивоенные протесты. Мне кажется, они не начнутся. Вот. Там вот логика-то у них простая очень. То есть вы там воюете, делаете, что хотите, только меня не трогайте. На этом же основывался их как бы вот общественный договор, да? Вы творите, что хотите, нас не трогаете, и мы как бы вот и мы на улице не выходим. Вот. А тут вдруг коснулось. Ну, это люди глупые, не понимали этого, что рано или поздно это вас коснется. Да? В чем? Просто они упустили момент, когда авторитаризм в России трансформировался в тоталитаризм. Да, вот и там с первого курса политологии известна разница. Авторитаризм своих граждан не трогает, они друг другу не мешают, и у них такое вот, такой договор и согласие. Мы вас не трогаем, вы нас. А тоталитаризм, он требуют участия граждан в своих преступлениях. И вот от них потребовали участия в своих преступлениях. И они стали возмущаться, а как это так, а мы не хотим туда идти воевать. Вот было ж хорошо 7 месяцев вроде как, что-то где-то там война какая-то идет, мы тут на диване сидим, смотрим по телевизору, все хорошо. И вдруг бах, и давай там собирайся и на фронт. Но я еще раз говорю, что мне кажется, что там антивоенных протестов, вот по типу тех, которые были там, например, в Америке в свое время против Вьетнамской войны, кстати, которые начались-то после очередного призыва, когда народ стали призывать на войну во Вьетнаме, начались протесты, но не против призыва, а против войны. Вот. Даже в Израиле были в свое время антивоенные протесты, кстати, когда была война в Ливане. Но я в России как-то вот не вижу. Там народ ужасно разобщен, там все горизонтальные связи в обществе разорваны просто в клочья абсолютно, и там такой чудовищной величины и мощи репрессивный аппарат. Вот обратите внимание, да, как выглядят те, кто воюет на фронте, да, как сборище каких-то бомжей вообще непонятных там. И как выглядят космонавты, которые давят протесты, да, там все прям в форме, в такой там шлемы, все дела, там на фронте каски времен Второй мировой. Потому что важно то, что происходит внутри страны. А на фронте там уже как бы разберемся потом.